Всем привет, у микрофона Веля, со мной сегодня... Рома Грис. Рома Грис, убиватель зомби, я тоже убиватель зомби. Вы, наверное, спросите, Веля, почему ты убиватель зомби? А потому что, ребятушки, в PUBG Mobile, завезли хэллоуинское обновление, тем более очень и очень классно. Вы знаете, что как бы если в PUBG выходит обновление, Велечка и Рома Грис врываются в бой, собственно. Ну что, давай. Hello Week называется данное обновление. Нас там ждут зомби, нас там ждут офигенные бонусы, ну и как всегда море веселья. Ну PUBG это же, это априори море веселья, ребяточки. С вас лайк, с вас комментарий и подписка на канал с колокольчиком, если ты здесь впервые. Ну что, мы сейчас заходим на карту Ирангель и начинаем месить зомби. Ребята, мы прямо сейчас в самолете летим на Ирангель, точнее уже прыгаем, нифига себе. Все, хэллоуинский режим Хэллоуик включен. Ребятушки, сейчас будет максимальный драйв, потому что ну это зомби, ребята. Это зомби, это мясо, это фан. Вот, ребятушки, я планирую сделать для вас еще стрим по этой игре, потому что очень много, я знаю, что вот очень много моих подписчиков, фанатов PUBG Mobile. А если вдруг у тебя нету PUBG Mobile, то как бы, ссылочка-то в описании, скачивай. Будешь со мной и с Ромой Гризом играть на стриме, будем вместе веселиться. Хорошо, мы сейчас прыгнули. Вот здесь у нас, получается, на карте есть зона, где показывается босс, там зомби, там много зомбей, боссы, и там очень много бонусов всяких прикольных, поэтому, ребятушки, так, хорошо, мы сейчас что берем? Мы сейчас берем пушки, всякие пушки, дрюшки, игрушки всякие прикольные берем, потому что к боссу могут идти еще и другие ребята, нам главное быть просто максимально до мозга костей быть с пушками. Ой, бронежилет, каска, вау, круто. Опа, тихо, по тебе, да? Нет. И не по мне. Ха. А, нет, по мне все-таки. Откуда? А уже неоткуда. Ты его забрал, да? Да. Хорош, красавчик, красавчик. А то, блин, налетел на нас, пока мы тут готовимся к зомби-апокалипсису чисто. Ромасик, ну что, погнали, устроим, так сказать, жаришечку, устроим жаришечку. Ну что, ребята, приветики. А, блин, патрончики! Капец, ну какой вообще... Меня забирают. Ну что, как тебе? Похавай свинца! Пожри свинца! Бля, какой... Какой он быстрый, Ромасик! Так, ты его взял себе, да. Стреляю. Какой он быстрый, ядерный просто! Бля, спортсмен! В жопу ему стреляю! В жопу насадил! Аккуратно, аккуратно! Давай, мы почти его убили! Давай! Отлично. Что у него есть? Так, я беру АВМ, если что. Да-да-да, АВМ. Не, ну это ваг. Ляшу дал. Чё могу? Так, полетели. В идеале бы перед тем, как мы ворвемся в лагерь, бустов принять. Ну-ка. Так, подожди. Опа, вылезли, вылезли. О-хо-хо-хо! Там собака какая-то. О! Хорошо, хорошо. Пёсель, извини, я не хотел. Я выстрелил. Ладно, он был зомби. Он был зомби, надо было смириться, он зомби. Тихо. А, нет, господи, я испугался. Ай, о, да, смотри, здесь сундук. Да, о, красивый. Сейчас надо забрать, да, еще одного. Все, давай откроем, посмотрим, что там. Ну, по сути дела... Ну, это маленький буст, по сути, здесь босса нет. Ну, это понятно, там патрики, оружие и так далее. Слушай, а с зомби тоже патроны падают, прикольно. Да. Чувак. Где? 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 Или мне показалось? Нет, не показалось. А, вижу, 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 вижу. Да, он за камнем. Подожди, не триггер. Да я его убью. Да ты хорош, ты ж мой это, скилловый. Твой, прям это... Прям тарань этого мужика. Тарань! Hello, motherfucker! Ну вот это плохая была идея. Это самое тупое, что ты предлагал. У нас все было хорошо, Вадим. Мы были уже в десятке фактически. Ты понимаешь? Слушай, у них же есть еще это, еще один режим. Самое время его протестировать! Блин, новая карта!
Офигеть! Вот это слушайте, вот это разрабы красавчики. Реально. Они сделали отдельную карту, собрали отдельную карту. Вот, под этот режим. Это офигительно. Тем более карта очень. В смысле, раунд один? А что нужно делать? А что нужно делать? Главное, чтобы тут не было челов, которые прям рядом. Я знаю, что ты зомби. А, я зомби! Мням-мням-мням! Давай! Хорош! Ну лучше. Так, есть зомби, который умеет прыгать, есть зомби, который не умеет прыгать, но у которого очень много здоровья. Вот, ассасины! Надо ассасин, ассасинов ломать. Пусечка, прыгай сюда! Ну ты чё, ну пусечка, ну давай, давай, я ж тебя жду. У меня, это, лапки-то такие, знаешь, цепки. Иди сюда, радость. А, зона только для ассасинов, кстати. Да. Иди сюда, радость. Иди сюда, радость моя. Ну, я ассасин. А, ты ассасин? Да. То есть, это ты меня убил? То есть, ты меня убил? У-у-у! Ты MVP-защитник, красавчик. Вот там будут челики-зомби по-любому. У тебя там рядом будут зомби. Да, сзади. Ромасик, пресеп. Так, ну что, мужики? Есть минус один, хорошо. Так, забрали. О, нет, я перезаряжаюсь, нет. Уйди. Да ты уйди. Ну, пожалуйста, ну уйди. Изи. О, нет, стой. Пожалуйста, не бей меня, волчара. Волк, брат, будем с тобой братами. Братьями. Братухами. Давай. О, лол, отличная нычка. Нет! Дышать, нет! Нет! Умри! Живем! Нет, мужик, стой, мужик! Ау, волк, мы все волки! Тигры в цирке выступают! Нормально. Ау! Блин, нифига их много! Ой, там супер зомби. Лол! Я ассасин! Иди сюда, мой! Молодой! Сейчас ты будешь у меня выступать в цирке! Только вам в зоне надо еще. Да. Так, активирую супер мега. А, оно так делается! Так, ребята, волчаточки моего. Волчаточки, мои любимые волчаточки, волчата, пожалуйста, волчаточки, пожалуйста, нет, волчаточки мои. Ауф, мужики, ауф, джамп. Никуда. Дай жить. Бежим. Зомби-лидер появился. О май гад. Мужики, давайте договоримся. Иди отсюда. Мужики, договоримся, ну зачем меня кушать, мужики? Мужики! Слушай, я MVP-защитник, ты MVP-зомби. Блин, это было жестко просто. Ну, здесь тачек нету, и здесь негде разбиваться. Спасибо большое за просмотр, ребятушки, за ваш лайк, за ваш комментарий и так далее. Будем с вами играть в этот режим на стриме, поэтому ссылочка на PUBG Mobile в описании. Залетаем, скачиваем, играем, веселимся. Ребятушки, ну что, всех с наступающим Хэллоуином.